Благодаря нашему кинематографу к такому виду оружия, как винтовочный обрез, прилипла кличка, что это непременно кулацкий обрез. На самом деле, вот это вот компактное оружие, сделанное из винтовки, позволяющее прятать его за пазухой, использовалось в том числе активно и красными партизанами. Выстрел из него был достаточно мощный, хотя и очень громкий, но зато решал острую нехватку короткоствольного огнестрельного оружия.